Совместные армяно-российские военные учения прошли в Армении 24-25 ноября с привлечением авиации и боевых машин пехоты, БМБ. Об этом в четверг говорится в сообщении Минобороны Армении. Войсковые части были приведены в высокую боевую готовность, были распределены пункты командования и наблюдательные пункты, личный состав занял обозначенные территории. Учения проводились с привлечением БМП и авиации, показавших отличные результаты во время огневого поражения, отмечается в сообщении оборонного ведомства. Чтобы быть в курсе событий, подписывайся на канал Army Life.